Ребята, всех приветствую. У нас на обзоре раритет, эксклюзив, Кольнага CX1 Carbon на трансмиссии Shimano Ultegra D2 электрической. Стоковое состояние байка, ничего не менялось с того времени, как этот байк выпустили. Байк 2013 года выпуска. Такой вот красивой расцветки. На стакане у нас такая вот красивая эмблема былых времен Кольнага. Как вы видите, велосипед очень хорошо сохранился. Данный байк подойдет для тех людей, которые только хотят заходить в мир велоспорта, пробовать себя. Потому как данный байк стоит совсем недорого, 99 тысяч рублей за электронную трансмиссию Shimano Ultegra D2. Это предтоповый уровень профессиональный. И карбоновую раму Кольнага. Колеса Компаньола. Такие вот обозначения на перьях Evo Carbon Technology. Раньше любили писать на раме все, что угодно. Все, что связывается с этим данным байком. Кольнага и вибрейки. Вилка Кольнага. Ниже на раме у нас тоже имеется надпись. И вот тут у нас расположился аккумулятор трансмиссии. Данный байк весит 9,5 килограмм, и этот вес весьма оправдан, так как байк 2013 года. Ранее на карбоновых рамах узлы делались из алюминиевых вставок. Если сейчас на современных байках рама делается полностью из карбона, то есть там нет никаких алюминиевых элементов, ранее все узлы делались из алюминия. Это вот узел подседельной трубы и верхней трубы, кареточный узел. Здесь вот видите, рельефность такая имеется. Это алюминиевая вставка. Вот. И концы перьев, то есть здесь. И конец вилки здесь. Алюминиевая вставка, вот, для жесткости данного велосипеда. Ну и помимо этого, вес дополняет алюминиевые колеса. Если вы хотите ультимативный гоночный байк, то можно заменить эти колеса на карбоновые ZIP-404 или подобные другие карбоновые обода, которые имеют тормоза с вибрейками. То есть механические. Такой вот байк хороший, очень привлекательный и по приемлемой стоимости. Больше крутых топовых байков у нас на Авито. Ссылка на Авито в закрепленном комментарии или в описании под видео. Подписывайтесь, ставьте колокольчики и лайки. С вами был Тарзан из ТикТока.